Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. В общем, сегодня у нас приходит наш проверяющий. Так, давайте, значит, сразу же уберем это все оружие. Кепку, кстати говоря, тоже каску надо снять. Пока мы его ждем, я думаю, что мы сейчас разберем с вами пару вещичек. Значит, вот этот надо разобрать, телефон. Четыре кастрюли. Да, давайте 4 кастрюльки. И думаю сегодня в лес сбегать. Да, единственное, что древесинку нам нужно будет разделить. Так, дальше. Так, это у нас бивень, это мы продаем. Сковородку, кстати говоря, может быть, а мы оставим ее для чего-нибудь. Либо продадим ее потом. Да, поливалку думал сделать. И вообще, конечно, было бы неплохо сделать какой-то большой огород. Но, чтобы большой огород сделать, он делается только да, в 4, по-моему, клетки, да? Раз, два, три, 4 блока, да. Но, правда, мы можем вот такой вот сделать. Это может быть, какие-то деревья посадить можно. Апельсин, например, да? Или что-нибудь такое, ну, что большое растет, кокосы. Кокосы, бананы. Ну ладно, сейчас, да, сейчас не до, к сожалению, не до этого, но нужна поливалка, нужна поливалочка обязательно. Поливалочка, вот поливалочка, я не помню, мы сделали ее или нет, или ее долго очень делать. А, ее очень долго делать, да? Да. Поливалка, она как бы, точнее, есть вот эта штука у нас для того, чтобы ее сделать. Где у нас генератор, ящик люстра, аппарат для чистки, заправщик, нет, это где-то, вот, Waterloo, это чудо современных технологий, соберет для вас, а, нет, подождите, не там, но хотя 2 часа всего лишь, да, то есть нам не нужны ведра, он просто будет собирать для нас воду. Кстати говоря, прикольный. Вот оросительный. Но для этого, ну вот, нужен, да. Но его очень долго делать. Если его будем делать, то он делается, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то в районе. Да ладно тебе, блин. Серьезно. Ему, видите ли, тяжело. Тяжело нести на вот так вот. Да? Так, оросительный у нас будет, если делаться, то он делаться будет. А, так ты не так и долго и делаться будешь, да? Waterloo до 10:30 закончит. А этот 8, да? Так, ну а если мы его делаем, блин, надо его куда-то ставить. И, наверное, скорее всего, 2 штуки придется как-то убирать. Возможно. Давайте его сделаем, посмотрим, что это такое. Ну, точнее, я уже предположительно знаю, что это такое. Вот, потому что это, скорее всего, будет нам это. Ага, и ты должен туда, да? Ну да, как я и говорил, где-то 2 займет. Значит, этот мы убираем. И этот убираем. Ага, тяжело тебе. Так, мужик, тяжело в учении, легко в бою. Ну и вот так тогда немножко манипулятор вот так вот сделаем. Так, эти не том, не том. Все, забыл все клавиши, кидрини фини. Так вот ставим. Так, сюда мы непосредственно воду закидываем. Вот, когда мы закидываем воду туда, он у нас, а что у нас, кстати говоря, это?
А, подождите, вот так вот, точнее, у меня уже есть вода. Так, воду, когда мы закидываем туда, он начинает все это орошать будет. Но, по-моему, я так понимаю, что... Да, ему, наверное, уже не... Или это надо полностью, что ли, его? Да ладно, если его полностью зафигарить, так я задолбаюсь. Наполнять, да? Итак, Waterloo. Давайте с Waterloo, наверное, попробуем. Значит, вот это забираем. Это мы забираем. Так, ведра пока сюда складываем. Эту мы тоже сюда пока складываем. Так, что тебе нужно для того, чтобы нам сделать Waterloo? Нам нужно... Ага, металлы и... Блин, электроники не хватило, да? Не хватает. Не хватает электроники. Но фигня. Фигня вопрос. Так, это у нас сушеные апельсинчики. Кстати говоря, сушеночки можно съесть. Сушеночку. Да, вот это мы закидываем сюда. Пусть это перерабатывается. Да, здесь вообще куча еды, которая сейчас у нас будет гнить. Апельсин. Дать апельсин. Может быть, кстати говоря, продадим кому-нибудь, да? Давайте, может быть, действительно сбагрим. Так у нас много... А, вот у нас, кстати, электроника есть. Росинота. Ух, сколько у нас шкурок-то волчьих. Господи. Вос лисицы. Бивень. Чё только у нас нету. Это, скорее всего, не хватит. Хватит, да? Угу. Я просто хочу вот сюда вот все это перекинуть. Давайте бежим сюда. Так, телефон мы точно продавать не будем. Да, покупаем это. Металл. Да, у нас денег вообще, блин, офигеть, сколько у нас денег. Так, это и все. Ну, неплохо, слушайте, торганули на 300, нормально. Вот это, да, вот у нас металл. Ну, а, у нас денег пока нету, окей. Это мы продаем. Не думаю, что я сейчас буду готовить что-то, потому что, ну, прям уж очень как-то не хочется. Пластики всякие тоже. Так, банки, железяки у нас. Ну, и у нас и так железяка будет. Черника нам не нужна. Можно, конечно, купить немножко морковки. Хотя морковки, по-моему. Ладно, это мы сдаем. А, ему, кстати, нужно две. Да? То есть мы еще можем... Можем огурчики, кстати говоря, сделать. Но, чтобы огурцы сделать, нам, я насколько помню, нужен металл. Или нет, подожди. А, нет, не металл. Нам нужны... Теплышки. Так. Стекло. Где тут соленые? Нет, яйца. Энергетик.
Кстати говоря, было бы неплохо, но это 11:30, да? Но это мы уже после того, как уйдет наш этот... Проверяю. Да блин, где эти огурцы-то? Красунь, грибной суп, омлет, паштет, вот, маринованные огурцы, соль. Так, а я чё, я же огурцы продал. Ну, я да, молодец, ладно. Но ничего страшного. Значит, сделаем сейчас пока до прихода этого энергетика. Нам он в любом случае сегодня понадобится. Да, еще можно, кстати, продолжить. Вот, доделаю. Ну, доделаю. Только не говори, что ты идешь проверяющий. Нет, не проверяющий. Пустой холодильник, да, мы, скажем так, в общем, если нам проверяющий схватит, так сказать, за одно место, мы скажем, а мы вообще голодаем. Мы голодаем. Так, двоечка, троечка, и давайте, наверное, тунца. Нет, мы сюда ставим. В любом случае, он нам пригодится. Да, наверное, вот это мы съедаем все. Помидоры бы не мешало бы куда-то деть. Томатный суп можно с водичкой, да? Правда, с водичкой у нас. А вот и водичка появилась. Ой-о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 й
Блин, не ту кнопочку нажал, не те кнопочки нажал. Давай. Нажал прокрутку вместо того, чтобы паузу. Проверка комната в соответствии к САКТам, благополучие, да, стандартная процедура. Ну да-да-да, давай-давай-давай, про это проверяй. У меня ничего нету. Вообще ничего нету, слышишь? Даже хрен найдешь. Ладно, 5 баллов. У нас просто 5 баллов. Странно, что он почтовый ящик не проверяет. Хотя, может быть, потом как-то будет проверять. Хз. Да. Так, что я хотел? А, я хотел продолжить томатный суп. Да, доделать супец. И консервированный, нет, не борщ. А можно как-то его захерачить, из него томатный суп? Вот, консервированный, нужна соль. А соль где-то... А, ну да. Сорямба, сорямба. Я тебе забыл, что я убрал лестницу. Так, давайте сначала подозрительность, да? Ну, у нас потребление... А, почему потребление? А, скорее всего, у нас... Да, я же забыл эту положить. Все, окей. Так, это у нас сюда. Это у нас... Хотя, нам нафиг не нужна. Так, это мы... Игра, не беси меня. Тухло. Кстати, тухло. Потухло. Подождем еще, чтобы стухло что-нибудь, и мы потом вам еще сделаем. Так, да, давайте. Ну, коли уж сегодня с утра кулинарии занялись, да, так мы кулинарии сейчас и закончим. Потом я быстренько добегу, надо дойти до конца, в общем, этого леса, посмотреть. Но это, наверное, скорее всего, уже на следующий день мы сейчас пойдем с вами. Доделаем Waterloo. Так, это сюда. Так, сюда. Слушайте, сколько у нас всякой всячины. Давайте вот это заберем, а вот это мы сюда выложим.
Металл. Кстати, металл нам понадобится. Пластик, книжки. Мне сказать, что это нужно. Так, а что бы этой тетке, кстати, предложить? Она... Белый стакан ей нужен. О, сковорода нужна. Чайник, блин. Ковер. Ковер у нас есть. Белый стакан есть. Сковорода есть. Там. Так что мы вот это сюда. Кстати, нам топливо сколько? Слушайте, надо будет на машинке еще съездить. Да. Съедаем. Ой, нет, вот это вот съедаем. Вот это и вот это. Держи, Нэнси. Так, что у нас для Waterloo? Waterloo не хватает. 4 металла и пластик. Ой, точнее пластик, а вот они. И древесинку, слушайте, я забыл, наверное. Ну, точняк, генераторы, скорее всего, сдохли и столько много электричества пожрали. Слава. Хотя... Ну да, сейчас. Либо нам не хватает. Да, либо не хватает генератора. Да, они вроде бы работающие. Нам нужно как минимум парочку генераторов еще. Да. Так, здесь пока у нас все отлично. Таки 4 тебе не хватает. Блинский, а? Томатку. Давайте там, блин, сколько томатного у нас. Не хватает электроники. Ладно, обратно это засовываем. Так, этот, я надеюсь, слушайте, да, он, видите, орошает. Вот, видите, они были пустыми, сейчас, видите, у нас уже немножко этого. Ну, пойдемте тогда. А, мы не пойдем, поскольку у нас... А, мы уже все это продали, купили, да? Так, а что мы можем такое разобрать? Сейчас посмотрим. Не, мы сейчас найдем. Сейчас по закромам, по сусекам поскребем. Так, вот это мы забираем. Так, лестница. Зачем мне лестница? 3 металла. Хотя пригодится, мы еще будем этаж делать, так что что-то я не понял, у меня все раскидано как-то странно. Так, это у нас здесь еда, а здесь у нас письма от незнакомца и так далее. Ну окей. Ну здесь вот можем вот это разобрать, но это опять же нам пригодится. Так, ну давайте непосредственно да, попрощаемся до утра. Ну вот и наступило утро. Да, только что-то оно так медленно наступает. Вот, наступило, и я тут уже комнату создал. Да, ха-ха-ха, видели? Вот так вот, за ночь, прикиньте.
Значит, вот так еще будем построим. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, во-первых, сюда перенести вот эту генераторную, все сюда поставить, поскольку здесь два, ой, четыре стоят, еще поставить парочку. Вот здесь вот у нас, видите, стоит. Надо его сюда перенести. И здесь будет, наверное, скорее всего, обработка топлива, наверное. Я вот, правда, еще пока не знаю, в любом случае их потом надо будет либо разбирать, поскольку если мы перейдем на нефть, да, то есть тогда, скорее всего, они уже не нужны будут. Но посмотрим. Так, да, пока что мы делать их, наверное, не будем. Но я сейчас так подготовил только, и мы сегодня двинемся в лесок, наверное. Только единственное, что надо посмотреть, морозильник. Еда в этом контейнере никогда не испортится. Слушайте, а вот это интересно. А это очень интересно. Я бы очень хотел, чтобы она вообще не портилась. Так, а ну так как мы, наверное, скорее всего, уже этим пользоваться не будем. Так что мы разбираем. Ну, если что, мы еще соберем, если нужно будет, да? Вот. Но мне морозильник прям. Что-то я его не заметил. Я бы очень хотел бы соорудить. Ай, время, слушайте, блин, до часу. Ой, я не. Вот я не посмотрел это время. Жаль. Ну ладно. Но холодильник стоит того, чтобы посмотреть на него. Только вот куда его? Ага. Так, холодильник, холодильник. А вот куда бы тебя? Нет, стой, стой. Слушайте, а давайте вот так вот попробуем сделать. Во-первых, вот этот убираем. Угу. Слишком тяжело, да? Не вопрос. Сейчас мы вот это все сюда. Так. И поместишься ты. Ах, ты шараза. Не помещаешься. Либо тебя два. Либо два ящика убрать, да? Так, а ты сюда поближе никак, да? Поближе ты не встанешь. Ланька, давайте. А, ну тут Ватерлоу будет, понимаешь ли. Вау. Ланька, давайте, значит, стоп. А нет, давай вот сюда. Мы сейчас сделаем немножко. А. Блин, по-дурацкому не получится. Я хотел морозильник, а сверху поставить ящики. Но вряд ли он, наверное, открывать будет его. Да, скажет, что... Ай-яй-яй, как же я открою морозильник, он же наверх открывается. Да, слушайте, сделал морозильник, а вот куда его поставить, что-то я как-то не подумал об этом. Так, хорошо, давайте пока его временно. Давайте вот здесь вот временно пока поставим. Ух, слушайте, вот это ящичек! Вот это ящичек! Вот это мы еду-то сюда сложим. Ой-ой-ой, ох ты же, я смотрю. Вот это будет мой запас. Так, во-первых, нам нужно будет Ватерлоу. Вот тебе не хватает, ага, металла. Вот мне главное сейчас электроника. Давайте, во-первых, вот это заберем. Так, дальше скупаем. Это скупаем. Электронику скупаем. Бля, всего одну штуку.
Ну ты не Гатли, а? Не, ну нам, конечно, одна штука нужна, но... Он мог бы нам и побольше... А, вот, здесь электронику. Здесь, кстати, электронику можно. Диван не нужен. 76 диван. Надо, кстати, посмотреть, сколько тетка даст для него. Стеклопластик. Да, 76 диван, да? А это у нас диван хочет... Или ты уже... Ага, ты уже не хочешь, да? Надо было вчера, как говорится, думать. Ну да ладно. Но нет, так сказать, и сюда. Нет, но... Ну сейчас... Опа. А тебе бумага не нужна? Я не помню, где бумага. О, кстати, вот этому мы продадим. Коробка металла. А есть у тебя бочки? О, давайте бочку купим. Еще одну бочку купим. Так вот, тебе три бочки купим. Ну я заодно сбагрили ему. Так, пауза. Пироги, слушайте, кимчи, я, если что-то не особо хочу сейчас ими заниматься. Сколько ты хочешь, Кайру? Бабули Дженни, наличие 23. Угу. Но у нас, по-моему, такой есть, а это не хочет, да? Она хочет только картины. Тут белый ковер. Ну да ладно, не хочешь, как хочешь. Так, это у нас больше ничего. Больше ничего интересного. Может, конечно, динамит разобрать, да, или гранатку. А, слушайте, патроны. Блин, мне нужны патроны. А этот. Блин, патронов не дает. А че я вчера-то не купил? Так, это забираем. Знаете что, я все-таки я рискну. Ага. Так, куда бы это переложить тебе? Ну давай сюда переложим. Ага. Да, мы тоже не переложим, да? Блин, немножко сегодня да, позанимаемся перекладыванием. Так, это здесь сюда. Дальше, что мы еще? У нас почва. Почва пока не здесь будет. А, стопэ, иди сюда, ящик бери. Ну бери ящик-то. Да как полная. А. Слишком тяжело. А вот и второй день прошел, представляете? Оглянуться не успели. Как стучат ворота. Или как там правильно поется в песне. Ну а. А, стопэ. Иди-ка сюда вот. Так вот поставь. Это у нас письма, да?
это все. Все туда. Так. Ну это скорее всего полное, да? Да. Все. Оп. Берем. Берем. Так, это сюда. Морозильник у нас пустой, да. Забираем его, блин, тяжелый. Ну ёперный театр. Ну так-то ты его подымешь. Просто я хочу холодильник сюда поставить, поскольку кушать-то мы чаще. Ну, мы в основном здесь тусуемся. Вот, я хочу как раз, чтобы мы раз так пришли, пожали и типа ушли. Так, вот давайте посмотрим. Ну, я как и... Да, я так и думал, что нельзя поставить. Да, но можно попробовать другим макаром. Ребят, нельзя. Да. Ну, как говорится, за безумные идеи не наказывают, поэтому... Ладно. Так, хорошо. Подумаем. Так, ладно. Я подумал и решил, в общем, что будет... Точнее, да, что здесь будет вот эти все то же самое. Но мы сейчас я покажу. Так, в общем, Waterloo выставляем. Ух ты ж, ёшкин матрёшкин, вот это она здоровенная-то. Да, слушайте, я как-то не ожидал, что оно такое здоровенное это будет. И блин, это все книги теперь надо. А можно как-то тебя сразу поднять? Да, похоже, у нас сегодня бессонная ночь. Да, и холодильник мы хрен подымем, да? Да чтоб тебя... Waterloo, а? Вот ты зараза какая. Waterloo. Куда ж тебя морозильник-то деть, а? Эх, жаль. Ну, а делать-то, в общем-то, и нечего. Можно собрать, да, можно, в принципе, забрать его сюда, но я так понимаю, что он, скорее всего, займет, он занимает два места. И либо одно, да, но не факт, что мы там пройдем. Ну да ладно, в общем, подумаем я над этим на досуге. Ну а на сегодня все, пока. С вами был я, Мастер Квартир 1. Ну и как всегда, напоследок, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи, не переключайтесь, скоро увидимся.